Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня у нас в гостях штраборез Фиолент B130. Тут вообще, не пойми что с кнопкой. Поэтому сразу приступим к разборке. Короче, смотрим. Кнопка развалилась. Ее стянули хомутом. Вообще непонятно, зачем ее даже здесь оставили, потому что все равно на прямки все подключено. Я вообще, кстати, этот штраборез в розетку тыкал, но он не шевелится. Значит, где-то еще обрыв. Так, берем тестер и начинаем прозванивать. Опа-на. Так, где-то в проводочке есть. Подергал за весь провод. Все вроде везде нормально. Остается подозрение только на вилку. Сейчас разберем, посмотрим. Офигенно кто-то закрепил провод, просто супер. Еще раз то же самое поближе, зацените, как у нас провода крепят. Класс. Опа-на. Ну, так-то лучше. Значит, провод исправили, кнопка, ну, я думаю, понятно, что не рабочая. Вот. Надо бы проверить все остальное. Поэтому будем сейчас напрямки замыкать. Не повторяйте такое дома. А то сейчас напишут, что технику безопасности нарушают. Ну вы это, действительно не повторяйте такое дома. Приступим к проверке. Обязательно фиксируйте проверяемый инструмент. Ну и поехали. Значит, надо поменять кнопочку. Кнопки у меня от Fiolent нема. Но есть от Блаукрафта. Ну и почти подходящая. Еще примудрим. Ну вот, корпус мы замудрили под кнопку. И давайте собирать. Первым делом поставим фиксатор поворотной ручки с пружинкой. Оп. Пружинку, кстати, они уже посеяли. Это какой-то щетки ставил. И она возвращается. То есть так, по идее, должно быть. Ну и начинаем собирать все остальное. Нудно заводить. Вот эти провода, блин, такие дубовые. Честное слово, очень в этом плане неудобно собирать. Потому что неподатливые, не гнутся толком, пружинят. Фиг заведешь, короче. Я просто перед вот этим еще один точно такой же как раз чинил именно сегодня. И, скажем, не сильно я в восторге от них. Убеждаемся, что все провода заведены, что механизмы все работают, и можно уже ставить корпус наконец-то. Оп. Все. Ну и давайте завинчивать. Ну вот мы наше чудо техники и собрали, поэтому давайте проверять. Сначала поворотную ручку. Все, я думаю, видно, что работает. Ну и давайте проверять сам штраборез. О. Кнопку всунул от 230-й болгарки. Реально. Пока ты закажешь эту кнопку, пока она придет. Ладно. То есть практически ничего переделывать не надо было. Поэтому, если у вас нет родной запчасти, это не значит, что вы не можете починить инструмент. Вот. Ну и два слова про эти штраборезы. У меня сегодня их два было. О, первый, во второй. Ну и скажу откровенно. Удовольствие от их ремонта вообще не словил. Блин. Внутри провода какие-то жесткие. Заводить в корпус рукоятки неудобно. Что-то под блок плавного запуска паз как-то сделан не под размер. Не знаю, может он-то и нормально работает, но в плане удобства ремонта только замена щеток нормально. Остальное что-то мне не понравилось. Вот так вот. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео. Ну и хватит.